Всем привет, я Скиф, это Don't Start Together с бескомпромиссным модом. Продолжаю играть, продолжаю пытаться как-то выживать тут в пещерах. От лета еще 10 дней. И в этот край вот я не бегал с разведкой, поэтому двигаюсь в эту сторону. Надо узнать, что у нас тут вокруг, где сокрыто и находятся, в общем-то, руины, где они, да? Было бы тоже неплохо узнать. О, кстати, туда можно как минимум телепортом пропрыгнуть. Но, возможно, тут есть где-то какой-то проход, а, возможно, через вот эту сторону туда можно пройти. Но у нас в любом случае имеется возможность совершить прыжок души. И, походу, нам придется этим воспользоваться. Из минусов. Еды не особо много. Осталась только вот эта вот морковочка, которую мы изъяли у зайцев. Давай прыжок. О, тут, по крайней мере, есть лампочки. И перегрев. Зашибись. Это, кстати, очень похоже на местность, которая недалеко от руин. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. И перегревчик. Так, это одна? Что если одна, то это как бы пофиг. То это плюс душа. Если вас больше, то могут возникнуть, конечно, вопросики и проблемы. О, это и мясо, слушай, надо фармить. Давай поедим. А, одного перегрева-то я особо не боюсь. Возможно, даже стоит обезьянок как-то потриггерить. Блин, мясо это тефтельки хотя бы. Не то чтобы тефтельки, это прям то, что нужно Вортексу, но хотя бы что-то как-то. Поэтому давай, иди сюда, обезьяна. Две черных, да? Хоп, хоп. А теперь надо одновременно вас триггерить. Блин, вот перегрев. Ай-яй-яй. Да сдохни! Перегрев, это не круто. Пытаюсь потихонечку пробраться, но тут что-то как-то... Кого-то я слышу, да. А вот с тобой мне драться не очень-то хочется, потому что с тебя падает мясо-монстр, который не очень-то надо. Там я вроде обезьянок истребил. И пока можно продвигаться, да? Только не очень понятно, выйдем ли мы здесь к руинам. Блин, еще обезьяны. Так, ну по одной это хорошо. Только там, походу, червь ползет. А червь это плохо. Так, давай бананчик заедим. Блин, а когда кошмарный цикл закончится? Алло, игра. Можно меня не душить? Тут и так, в общем-то, тяжко. Еще и селитру по дороге собираю, да? Чтобы, если что, вдруг эндотермический костерочек развести. О, вроде бы вышли. И вроде бы кошмарный цикл закончился, или мне кажется? Потому что я сейчас могу просто влететь в толпу обезьян, ни черта хорошего не произойдет. Но это явно биомы, которые примыкают к руинам. Осталось только найти эти самые руины. Только толку, да, сейчас находить их? Так, ну все, обезьянки обычные, окей. Поэтому погнали, пока ищем руины. Капец, конечно, эти перегревы. Это прям вообще не огонь. Так, мы можем поставить где-то, да? Да в смысле? Творят, сцепитесь. Так. Ой. Не то немножко. Поэкономим лампочки. Давай. Ну, короче, приходится возвращаться обратно. Других вариантов особо нету. Из-за этих высоких температур надо термальный камень было с собой брать. Девятый день, у нас уже тут, короче, лютая жара, да? Опа. А что там пропало? Лампочка? Фу, что-то как-то страшно здесь ходить в целом. Я могу вот тебя подкинуть. Чисто для того, чтобы побыстрее как-то охладиться. Ну, по крайней мере, хотя бы мяско надыбали, да? О, в теории можно так тэпнуться, я достану. Да. Все, аллилуйя. Ууу, еда! Морковка! Просто халявная морковка, отличная. И одинокая хатка зайца, да?
И вот он дом. То есть в руины в теории мы достаточно просто можем попадать. Сейчас надо будет, короче, подготовиться, взять еще с собой селитры, взять термальный камень, чтобы его охлаждать, еды какой-то намутить, и можно двигать с разведкой уже, так сказать, с основательной сюда. А тут даже, походу, и телепортироваться не надо. То есть мы просто идем и идем. И это замечательно. И выходим куда нужно. Забыл, кстати, топливо ужаса скинуть. Но, возможно, оно нам еще пригодится. Надо тогда этот край доразведывать, раз у нас от базы получается. Вообще тут это как бы все рядом и близко. О-о-о, лампочки пошли на нерест. Отлично, замечательно. Немножечко еды с собой взял. И вот с рассудком, конечно, проблема будет. Но у нас по дефолту проблема с рассудком. В принципе, не привыкать. Опа. Заяц. Блин. Все время забываю, что они на меня по дефолту агрятся. Я думаю, у меня же мяса нет в инвентаре. Он мне ничего не сделает. Конечно, не сделает. Он нафиг захочет убить. Стой, скотина. Так, ты, я надеюсь, сейчас спать приляжешь. Ну, походу, зря. Ладно, я твою душеньку еще приберу. Сейчас пока морковку соберем. Это еще еда, как ни крути. Так, ты что, в бой идешь, не? Больно. Не идет, ну, в бой, я понял. Давай тут тогда еще фермерствуй. Разводи, короче, что-нибудь. Скотина хитрая. Ладно, не буду за тобой гоняться, нафиг ты мне нужен. Душа, конечно, твоя не лишней была бы. Но и ради нее тут бегать, страдать как бы не хочется. Что-то мне подсказывает, что тут явно активная кошмарная фаза. Нам тут нечего ловить пока что, блин, а. Ну, походу, там где-то руины. Придется, наверное, с тобой пока что подраться. В целом светло. Топливо ужаса само себя не нафармит. Конечно, давайте землетрясение, когда я тут деру, сделаем. Еще и червь. Твою мать. Вообще максимально в нужном месте дерусь. Ау. Так, червь куда-то уполз. Я вообще ни черта не вижу, правда, из-за землетрясения. Но надеюсь, он уполз. И там, походу, еще кошмар нарисовался. У меня в целом рассудок просевший. И такое ощущение, что кошмары мне его еще сильнее просаживают. Так, а что у меня термальный камень-то делает в руке? Фу, пошатан. А вот и червь. Здрасте, до свидания. Так, плюс селитра. Че у меня только две селитра? А, ну я один костерок, по-моему, сделал себе сразу про запас. О, еще плюс селитра. И рассудка все меньше. Блин, что-то как-то да. Что-то как-то явно надо грибов запасать, чтобы сюда двигаться. Такс, такс, такс. А ну погнали за грибами, я думаю. Сейчас с ума сойду, и ничего хорошего из этого не выйдет. Короче, целая проблема с базы уйти. Далеко отойти вообще не выходит. Меня там все, кому не лень, прессуют. Так, зеленые грибочки, по крайней мере, хорошо рассудок пополнят. Но, тем не менее, как-то что-то я тут уже подразведал. И вот в тот край надо бежать. Чуется мне там то, что нам нужно. Единственное, что с тобой тогда турицит надо взять. Так, давай рассудок. О, отлично. Много рассудка. Теперь еще красных синих грибочков насобирать. Давай плюс хп. Блин, по еде только морковь. Что, в принципе, это тоже неплохо. Но, блин, и не так, чтобы супер хорошо. Так, смотрим. Топливо есть куда спихнуть. 4 топлива. Так, да, топлива нет смысла спихивать. Давай топор тут оставляем. И взять с собой тулицит. Там еще камни драгоценные всякие разные нужны в идеале для каких-нибудь вещей. Но мне ни черта примерно нет. Поэтому будем обходиться тем, что есть. Ну и на всякий случай мармеладки есть, да? Так, двигаться в ту степь. Во, вечерело. Или темнело. По идее, грибы синие должны, да, выползти. О, отлично. Осталось их только насобирать. Обжарить и двигаться, да? Ну и термальный камень надо охладить. Конечно, куда ж без тебя, скотина. Давай куда-нибудь сюда камни скидывай. Главное только не на меня. Главное не на меня. Надо как-то увернуться. Ай-яй-яй-яй. Доджим. Так, все нормально. Фу, хотя бы не на меня уже скинул. Уже как бы прогресс. И я дерево тут просрал, да? Я закинул вроде как термальный камень сюда. Правильно? Правильно. Давай грибочки тогда обжарим.
Ну и пора двигаться, что тут еще 8 дней, как бы время еще есть до конца лета. Кстати, а может быть вообще надо вот сюда вниз идти? Тут, по крайней мере, кто у нас вот эти кальмары местные или кто они там есть? Ну, походу, это дорога в никуда, правда. Да, этот биом переходит сразу в этот биом. То есть, по факту, вроде как и не сюда нифига. Еще есть гигантские тентакли, неплохо было бы их потестировать, да, куда они там ведут. Но чё-то как-то нет желания и сил долбаться с тентаклями сейчас. Еще не найден этот, кто-то там хач. Он хотя бы в шипастой своей форме как бы мог немножечко помочь. А то и немножечко помочь. Поэтому без него как-то совсем все грустно и печально. А еще еды ни черта нет. То есть мне сейчас надо будет на чем-то, на ком-то хотя бы как-то душ фармить. О. Ну эта скотина там спит, наверное. Ладно, не будем его беспокоить. По крайней мере, рассудок, если могу восполнить. И две души есть, которые в теории могу схавать, если что. Но это не так, чтобы много сытости даст. Че вот это тупик? И тут, конечно, червяк сраный ползает. Что-то я не пойму, а где, когда руины? С той стороны, что ли? Блин, отцепись, скотина, что тебе надо от меня? Ну, возможно, тут дорога как-то что-то проходит. Где-то я тут крота, по крайней мере, слышал. Или это мне показалось? А не, во. А вон эта шняга, да? Так, кротейка, здрасте. Иди сюда. Твоя душа будет моей. Плюс мяско. Никто как бы не отменял. Чё-то как-то странно. Надеюсь, там есть проход. Плохо, что у меня кратокуляров, кстати, нет. Надо было бы вообще заморочиться и сделать, потому что в кратокулярах, конечно же, обзор в разы лучше. А тут фиг просы, куда бегу. Не видно на особо-то далеко, да? За счет шахтерской каски. Но, походу, это все-таки дорога в верное направление идущая. Так, а я был тут, получается. Теперь тут. О, бананчики. Бананчики тоже еда. Причем крайне-крайне неплохая такая еда. Ага, вот и кошмарный цикл, здрасте. Это можно было бы раздолбать, но я сейчас этим промышлять не буду, потому что время идет. Хочется просто разведать, куда я там дальше. Эта вся история нас заведет. И как-то что-то найти. Хотя бы сломанный, знаете ли, алтарь этот, псевдонаучная станция, мне бы подошла. Я бы по шурику починил. Так, тут еще две развилки. По идее, какая-то развилка может идти к целой псевдонаучной станции. Но там, правда, охрана. Два этих стреляющих говнаря, которые могут поднапрячь. Поэтому надо в любом случае все разведать. Мало ли. Опаньки. Я сбегал, получается, в эту сторону. Там немножко не то. А здесь то. Здесь целая псевдонаучка. Единственное, что сейчас кошмарный цикл, походу, стартанет, да? Либо в преддверии этого кошмарного цикла. И как-то мне эти две фигни надо ушатать. Черт. И хочется что-то с тулицита, конечно, сделать. Но и на кошмары налететь сейчас бы не хотелось, да? То есть это либо конец кошмарного, либо самое начало. Вот это я что-то как-то не очень-то уверен. Давай, наверное, что мы сделаем? Эндотермический этот костерок поставим. Пусть он нормально так поработает. Поохлаждает меня. Ага, это явно старт кошмарного сезона. Цикла. Черт. Меня явно спалили. Короче, надо убираться. Не очень в нужном месте это все решил дело организовать. Ну, либо же с тобой подраться можно. И пока что топливо ужаса пофармить. В принципе, тоже вариант, если делать это аккуратно. Проблема в том, что делать аккуратно, ну, вряд ли выйдет. И проблема еще в том, что я их очень-то быстро... А, не убиваю! И главное еще под эту срань не попадать. Помнить о том, что тут как бы хитро выдолбанные кошмары. Причем страхоклювы-то что-то обычное, а вот эти вот с хитро выдолбанным эффектом. Сколько раз тебе ударить-то надо? О, все, минус. А еще один ползет. Окей, ладно. Проводим время с пользой. Кошмарный цикл пошел на убыль, я еще там немножко топлива фарманул. Единственная проблема, автащу ли я? Типа, успею ли я нанести столько дамага, чтобы меня не вшатали с 60 хп? Чет, как-то я сомневаюсь в этом, и, наверное, рисковать не будем.
животворящий амулет, экипировать, идти в бой без брони. Звучит как какой-то очень суицидальный, мать его, план. Все не очень-то у нас, короче, по итогу. Надо отсюда ноги уносить. Возможно, тульцит это всякое тут бы как-то оставить. Но я боюсь, обезьяны все это разворуют по итогу. Которых, кстати, здесь с краю-то и не было вроде. Ну, короче, ладно. Я, пожалуй, выберу путь отступления все-таки. И обезьянок тут, кстати, так-то по дороге нет особо. В целом все вроде как и благоприятно, но надо какое-то более серьезное оружие, броня, хп, надо все иметь, как бы еды неплохо бы, да, где-то нафармить. Чтобы с ними тут комфортно воевать. С тебя топливо единственное, что можно фармануть. Душ это. Ой, топливо, душ, короче, душу можно просто фармануть. Но хз, там долго с этим червем воевать. И ради мяса монстра, но того, повторюсь, опять же, не стоит. Блин, а вот тут есть вот эти вот ребятки, которых можно и подфармить. Как бы из минусов тут еще есть и кошмар. Здрасте. Ау-ау-ау. Так, как-то хитро кошмар убить. И тут три души в целом бегает вроде как. Ау, а как я в тебя не попал? Единственное, на этих не налететь. Еще одна. Так, ну надо уходить. Уже же кончился практически кошмарный цикл. Чего вам надо? Давайте вы свалите. Долбанные кошмары. Во-во-во. А ты за мной катись. Давай-давай. Я с тебя фарману то, что мне нужно. Я не очень уверен, сколько тебя стоит бить. И тут, конечно, с наводкой я смотрю совсем... А, с тебя еще и душа не падает. А нет, вот плюс душа, отлично. Плюс душа. Это можно покушать. И хотелось бы еще душ фармануть, блин. Где вы? Да, вы уползли. Здрасте. Давай подеремся. Ну да. С наводочкой у них, конечно, дела прям плохи. И душа не сразу вываливается. Еще и хвост вываливается с запозданием. Так, плюс душа. Две души маловато, объективно, да? Это все, как бы, скорее всего, на прокорм пойдет. А нам еще как-то выживать тут надо. Да, понадобится явно больше души, Вортекс, ты прав. Конечно, пришел на базу, давай землетрясение подкидывай, игра. Куда же без него, блин? Я придумал, куда можно походить, сходить и душ пофармить, и рассудок подвосполнить. У меня же под рукой, как бы, лунный биом. Так, охлаждаемся. И там нам низкий рассудок, наоборот, на пользу. По идее-то. Сейчас бегаем, проверим. Кого там только фармить? Ну, кого-то сможем пофармить, я думаю. Я надеюсь. По крайней мере. Так, да, здесь от низкого рассудка я вообще не страдаю. Так, вот грибок этот, он бешеный немножко. Если начать его бить... Так, эти шняги же взрываются. И грипп я что-то так и не ударил. Экс. И? Как тебя фармить-то? Здрасте, грипп. Ага. Ну, что-то грипп не очень подходит для фарма, я понял. Такое себе. А вот, вот. Ты ж подходишь. Тебя просто убить. Легко и просто. И лежбище я твое, наверное, не буду ломать. Ой-ой-ой, там мстить пришли. Ау. Ах ты ж дрянь. Че так далеко отходишь от меня? Как с тобой драться-то, я еще понять не могу. Так, ладно. Одну душу на подхил потратим. Хотя, наверное, зря. Надо все кушать. Похилиться-то я и мармеладками могу. Я про них совсем-совсем забыл. Ну что-то хз, кого тут фармить тогда получается, особо некого. Надо побегать, поискать. Ну, с другой стороны, я хотя бы карту доразведаю, да? Этот край потихонечку открываем. В этом биоме тут особо ловить нечего, кроме как фармить муншарды, я так понимаю, да? Ну и плюс этот биом нас ведет в другой биом с древними там этими технологиями. Древняя это библиотека или что-то такое. Так, грибок. Блин, у меня уже и оружие все ушатано. С тобой драться в целом как-то. Как-то и не хочется вовсе.
Или что, еще разок попробовать? Давай сделаем себе запасное копье. Где там веселый грибок? Хоп. И надо сразу просто... Ай-яй-яй! Понял, ладно. Не очень-то и хотелось с тобой драться. Будем искать другие способы фарма душ. А на этом же всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на канал, ставить лайк, если вам понравилось. И всем всего хорошего. Пока-пока.